цепочка из двух нитей. Закрепляем одну нить на основе. Для цепочки нам понадобится два конца. Простая прямая цепочка. Берем одну нить, делаем петельку вокруг второй и затягиваем. Теперь то же самое в обратном направлении. Берем другую нить, делаем петельку вокруг первой и затягиваем. Повторяем. Петелька и затягиваем. Петелька и затягиваем. И так продолжаем плести до той длины, до которой нам необходимо. Вот у нас получается простая цепочка из двух нитей.